Всех приветствую на канале Халяль.рум в рубрике «Красоты». Кто видит меня впервые, меня зовут Анна, я являюсь ведущей о декоративной и уходовой косметике. Тематика про помады у нас продолжается и сегодня в новом видео. Мы сегодня поговорим о втором виде помад. Это помада-карандаш. Они есть разные. Они есть, например, мягкие, когда вы наносите на губы, они просто растворяются. И есть в более твердом виде. Очень красивый цвет. Он подходит, мне кажется, всем. Такой нежно-розовый. И с помощью именно вот таких карандашиков можно классно и круто увеличить себе губы. Итак, компания Faberlic не перестает нас удивлять своей красотой, особенно в различном виде касательно помад. Можно подобрать себе под любой вкус, цвет и, конечно же, любой оттенок. И не только под любой оттенок, а и в удобстве можно использовать как помаду, как карандаш. И как в предыдущем видео я вам показывала о другой помаде-карандаш и в каком формате выглядела именно она. Красивый оттенок, хорошо и легко наносится. И с помощью такого карандашика можно сделать эффект увеличения губ. Это производство России в городе Москва. У них есть некая особенность, что по QR-коду можно перейти по ссылочке, попасть сразу на их сайт и изучить огромный ассортимент различных помад, оттенков, блесков. И в принципе у них огромный арсенал красоты. К сожалению, если вы увидите внимательно, у них нигде не показывается ни на внешнем виде упаковки, ни на продукте о знаке, либо о сертификате халяль, но это все можно увидеть на ихнем сайте. Как же нам увеличить наши губы? Я сейчас вам покажу, как в принципе мы наносим карандаш для губ и какой будет эффект, и что нужно немножечко добавить для того, чтобы их увеличить. Первый этап. Берем бальзам. Первое, что я делаю, рисую границу своих губ. Итак, смотрите, один эффект. Это мы когда просто проходимся по границе наших губ и рисуем, в принципе, как мы всегда делаем наши губки. Теперь мы делаем немножко магии. Итак, что я буду делать? Я буду немножечко, буквально на какой-то маленький миллиметр выходить за границу губ и также аккуратно прорисовывать губы. Вот смотрите, если мы условно возьмем карандаш и поделим на две части губы, посмотрите, какая разница. Видите, уже эта часть губ, верхняя и нижняя, уже намного увеличена от вот этой. А для того, чтобы не выглядело так и было совсем незаметно, что вы вышли за границы, мы еще кое-что добавим. Конечно же, это не секрет. Мы добавим блеск для губ. И вуаля! Магия свершилась, у нас получились красивые, блестящие и намного больше губы, чем были до этого. И выглядит оно все очень естественно
и красиво, и никакие инъекции не нужно делать. Макияж делает чудеса. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился, был полезен и интересный по увеличению губ таким магическим образом. Если да, пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте плюсики, я буду так понимать, что вам действительно понравилось это видео, и буду вам безумно благодарна. Поэтому всем до новых встреч, пока!